Люди с ограниченными возможностями сегодня все больше и больше устремляются в спорт. Занятие физической культурой у инвалидов уже давно вышло за рамки обычного хобби или способа реабилитации. В Приморье вот уже последние несколько лет сильные духом люди организовывают целую спартакиаду, которая так и называется – инваспорт. В этом году соревнования стартовали в Артеме, где собрали более 300 человек со всех уголков края. С одной стороны, мы проводим реабилитацию и адаптацию, да, с людьми с ограниченными возможностями. С другой целью, конечно, мы выбираем лучших людей и стараемся, чтобы они показали свои результаты на чемпионатах России и даже, может быть, на международных соревнованиях, если это достигают они. За 5 дней спортсмены смогут показать свои силы в таких дисциплинах, как дартс, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы и других. Принять участие приехали 29 команд, в составе которых есть люди с самыми различными проблемами здоровья. Участвуют лица с ограниченными возможностями, заболевания и нижней конечности, и верхних, и поражением органов зрения, органов слуха, колясочники, то есть практически все группы заболеваний. В этом году к спартакиаде впервые присоединились гости из-за рубежа. Корейцы из провинции Канвандо привезли целую команду. Прикованность к коляске не остановила спортсменов, которые захотели помериться силами с приморцами. Сам я, например, стал заниматься спортом, потому что мне его прописали как способ реабилитации после травмы, но в итоге мне понравилось и затянуло. У себя мы занимаемся практически всеми видами спорта, которые здесь представлены, но участвовать будем только в баскетболе и настольном теннисе. Спортсмены подходят к соревнованиям максимально серьезно. Многие участники целый год тренируются в своих местных центрах спорта, где получают знания от опытных тренеров, чтобы потом не просто показать себя на очередном турнире, но и попробовать попасть в сборную края. В олимпийцы тренирует Татьяна Ивановна Морозова, тренер-реабилитолог. То есть я начинала с нуля, то есть я раньше не умела вообще плавать, но пришла к ней в группу заниматься, и она меня научила плавать. И я уже 3 года принимаю участие именно в плавании и вхожу в тройку лидеров. Итоги спартакиады «Инваспорт» подведут уже 22 октября. Свои награды получат как победители в общекомандном зачете, так и лидеры в личных состязаниях. Максим Яковлев, Новости спорта на 8.